Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии близок к порогу эпидемии. В республике более 3000 заболевших. Ситуация пока не вызывает тревоги у Минздрава. Но при этом специалисты напоминают о необходимости соблюдения элементарных мер профилактики, в том числе вакцинации против вирусов гриппа. Привиться можно в поликлинике или мобильном прививочном пункте. На этой неделе зарегистрировано 3166 случаев заболевания ОРВИ и 27 случаев COVID-19.